в ленте. Роза плетистая, пинк-клод. Пинк-клод. И какая-то желтенькая, чайно-гибридная биг топл. Желтенькая пис, чайно-гибридная. А еще эта пис называется... Вот забыла как. Известная очень роза. Глория как-то. Ну-ка, а кто ее? Дэй. Глория Дэй она называется по-другому. О, а тут написано об этом, кстати. Производитель. Центр. Поиск. Якобы Нина Вейбл. У меня такая растет якобы. Кто еще? Сантана чайно-гибридная. 299,99. 300, если округлить цена. Парковая Луис Одияр. Древовидный пионс. Орнамент. Тут он подешевле стоит. Древовидный Ньюсамун. Роза Ригунда. Айсберг. О, как поиски роз эконом микс. 139,99 рублей. Смешно. Роза парковая. Луис Одияр. Ларигунда айсберг. И все, наверное. Вот Ларигунда. Домен де Сен Жан де Бориган. И чайно-гибридная Катрин Лаборт, малина, саженцы. Какая малина? Вот с другой стороны написано «Прелесть». Сорт «Беглянка». Это желтая малина. Малина. Характеристика сорта раннего срока. Желтые более стойкие считаются. Потом малина Метеор. Традиционная. Сорт Метеор. Крыжовник. Вот ценник крыжовника 169 по карте. 210 без карты. 199. Это малина. И еще одна малина. Крыжовник какой? Крыжовник Малахит. Я тоже назвала традиционным. Вот у него характеристика. Крыжовник Снежана. Ненавижу крыжовник. Ежевика. Трипл Краун. Иностранный сорт, естественно. Вот про сорт. Без шипы. Среднего срока. Это мне нравится, что он без шипы. Цена 399,99 по карте. Что тут еще? Смородина. Цена вот. Смородина. Сейчас посмотрим. Черная. Это ежевика, оказывается. Черная. Черная смородина. Красная, белая. Черная. Это Селечинская. Помню, что она хорошая вроде была. Так, голубика поиска. Все поиска. 399. И жимолость съедобная. 269,99. По карте. Волхова. Жимолость съедобная. Избранница. Так, кто тут? Смородина белая, саженец написано, Версальская белая, смородина красная, Розита. Описание сорта алковое веретено, оказывается. Еще в ленте клематисы. Мультиблю махровый,
потом пио, описание сорта, эстонский, потом кто еще тут есть, апсао, описание, японский сидит. Потом писал Мазовшен. Вот описание Фильматиса. Новый польский сорт. 499-99 по карте. Ну и тут же голубика Нельсон сорт. 399. Жимолость плодовая Берлин. Голубика. Все. О, гортензия метельчатая, грандифлора. Фантом. Фантом у меня есть. Древовидная. Анабель. Вот ценник. Чубушник. Венечный. Жасмин написано. Сорт не написан. Наверное, без сорта. Да. И гортензия крупнолистная. Мадам Мюрье. Но она не цветет, если не укрывать как следует.